начинают разводить. Пойдем, отойдем. Куда? Давай туда. Я и говорю то, что они занимаются чем, вы сами видели вообще? Вот это какая разница? Сегодня в сети появилось видео, на котором прессуют Святослава Коваленко некие люди. Мы не знаем, с чем именно это связано. Блин, у меня на этом контент построен, я показываю. Тебе пуху вообще, что у тебя за контент? Ну а тебе, подожди, кого ваше? Каких твоих конкретных пацанов? Всех пацанов с Кавказа ты не будешь снимать, ты понял? Всем привет! Вы на канале Body Mania. Сегодня в сети появилось видео, на котором прессуют Святослава Коваленко некие люди. Твоих конкретных пацанов. Всех пацанов с Кавказа ты не будешь снимать, ты понял? За последнее время Святослав снимал много компрометирующего контента. Из крайних роликов я помню это ролики с кальянами и шведом. Ух ты, какая ты буйная! Иди отсюда, я тебе скажу. Сломают! Ваши люди сломают! Они сдают пизды! Пойдем. Я ничего не хочу! Хули дай баишься, да? Сейчас брат придет, он с тобой лично. Но он же не мусульманин, как я ему говорю? В целом, ситуация неоднозначная. Я не могу судить ни одну, ни вторую сторону. Со Святославом я знаком лично. В жизни это простой, скромный парень. Занимается единоборствами, пусть не так давно. Наверняка вы видели его бои. Вот. Никаких позывов, агрессии от него, вот так вот, общаясь, не видел, не слышал. Напишите свое мнение в комментариях. Оставайтесь с нами, ведь мы всегда в курсе событий. Вы были на канале Body Mania. Всем удачи!